Всем привет, дорогие мои, с вами Кунова Анна, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами поговорим про четвертую часть новинок каталога 14-2024. На самом деле новинок не было так много, но, к сожалению, вот это все очень сложно запихать в один обзор, потому что надо умываться, снова наносить тон, красить. В общем, вы поняли, да? Поэтому пришлось растянуть на 4 части. Зато мы с вами очень подробно все до единого цвета, не только палетки, но и цвета, увидели именно на моих глазах. И сегодня мы на моих глазах увидим вот такую красоту. Я считаю, что это красота. Я еще их не пробовала. Будем пробовать вместе с вами. Хотела снять уже в Сочи, но снимаю в Кирове, потому что перенесли самолет на 2 часа целых. У меня работа в Сочи не уедет вместе со мной. Едем ребеночка нашего на интенсив и по терапии, дельфинотерапия, биокоррекция, биоакустика и так далее, и так далее. В общем, там 10 дней будем интенсивиться с лошадками, дельфинами и очень крутыми педагогами. Поэтому не хотелось бы отвлекаться ни на какие обзоры, ни на что. Хотелось бы сделать его качественным, с лампой, совсем, с хорошим освещением. И мне повезло, у нас перенесли самолет. Надеюсь, не на ночь перенесут. Вот, и значит, такая вот красота. Это последнее, что я вам покажу вместе с одеждой. Колготки у нас новые появились. И еще такой вот мини-обзорчик, оптовый такой вот заказ на очень крупную сумму. Мы с вами тоже его в конце обсудим, но пока что возьмем вот эту палетку для теней. Для бровей, вернее, и век. Вот такая вот она красивая. Я думаю, что это просто великолепие какое-то, потому что цвета просто обалденные, обворожительные, классные, клевые. В общем, буду сейчас ее очень сильно хвалить. Ну что ж, поехали, сначала снимем сводчи для бровей. С ней можно сделать и трендовый эффект влажного сияния, очень красивый, если мы с подушечками пальцев будем наносить. А так, эта вся палетка идет шоколадно-нюдовых оттенков для любого цвета типа. Они подойдут всем. Очень надеюсь, что черный цвет будет пигментированный, и мне он очень подойдет. У нас идет 3 разных финиша, мы можем сделать матовый, атласный, глиттерный, какой захотим, да, как вы видите, глиттер я уже намучила так, что он уже у меня тут как попало лежит, и, конечно, идет как исключительно мягкая пудровая кремовая текстура у них. 10, прям 10 благородных оттенков, будем с вами смотреть, оттенки реально очень классные. Давайте все оттеночки посмотрим поближе, получше, поразглядываем, да, пусть они прям отпечатаются, вот этот с блесками, я так понимаю. Ну да, есть немножечко блесточек. Ну что ж, будем снимать сводчики. Кстати, как она еще совпадает с каталогом, вы знаете, идеальная цветопередача в этот раз очень мне понравилась. Посмотрите, как оно великолепно практически совпадает. Это просто очень шикарно. В каталоге, вот я сейчас смотрю на каталог и на палетку, вживую очень хорошо совпадают. Прям верьте этим цветам в каталоге. Даже если у меня вдруг будет отличаться, то цвета в каталоге идеально совпадают. Ну что ж, поехали. Первый оттенок у нас с вами получается. Давайте бровки протестируем. Вот такие светлый. И вот такой вот темный. Это у нас с вами брови, но они подойдут и, как вы понимаете, для глаз. Они подойдут для контуринга. Вот я, знаете, что подумала? Вот бы еще сделать палетку слегка подлиннее и добавить пару цветов красных оттенков. И эта палетка была бы просто абсолютное совершенство для того, чтобы брать ее с собой куда-то в командировку. И реально больше ничего не нужно. Это был бы просто супер-мега кайф. Главное не ронять, чтобы ни один из цветов не потерялся. Так, сейчас возьмем самый черный. Очень его хочу. Да, пойдем по порядочку. И вот такую вот красоту возьмем. Ну, слушайте, прям идеально, да? То есть вот такой вот черный. Ну, пока что он мне нравится. Смотрите, как он отпечатался на пальце. И особо-то и не убирается. Мне кажется, будет здорово. Этот такой очень блестящий, переливающийся. Да, видите? Тоже великолепно. Так, ну что ж, давайте следующую красоту. Слушайте, они такие нежные, они такие приятные. Хочется, знаете, вот так вот водить, водить. Очень нежный, красивый оттенок. Значит, 4. Давайте сделаем 5. Угу. Он очень свежий и розовый цвет. Прямо супер свежий розовый цвет. Это обалденный цвет. Он будет очень хорошо придавать свежесть глазам. Так, 5. Угу. Слушайте, похож вот на этот, да? То есть вот эти вот два, они похожи между собой. Может быть, немножечко и другой, конечно, оттенок, но уж очень похож. Так, поехали. Такой вот ярко-коричневый. Такой свежий, блестящий. Очень мне нравится вот этот свежий, блестящий. Потом, значит, вот такой. Ну, слушайте, похож. Вот смотрите. Да? И возьмем сюда.
Ну, похож, похож. По-моему, это одно и то же даже. Или мне кажется, не знаю. Ну, и вот это вот, да, вот это вот свежиночка. Просто наишикарнейший. Ой, какой красивый цвет. Это очень будет свежий взгляд, хороший. На камеру он слегка желтит. В нем вообще нет ни капли желтизны, я вас уверяю. Это здорово вообще. Ну, и последние два оттеночка возьмем. Раз. Насыщенный такой, да? И глиттер. Два. Ну, глиттер прям... О-о-о! Да, это очень сильно мега блестящий. Давайте же с вами вот этот посмотрим. Ой, слушайте, очень хорошо. Мне нравится. Какие-то тут блесточки слегка. Ну, их практически не видно. И глиттер. Хо-хо-хо. Ну, поехали. Ну, да. Так он и будет наноситься. Как вы видите, обалдеть. То есть его можно нанести плотно очень. Да, как, например, на центр глаза. Ну, смотрите, берегитесь. Такие блески в глаза, если попадут, особенно под линзу, хо-хо-хоюшки, расхо-хо будет. Мне не попадались еще ни разу. Как-то вот миловал, да? Миловал случай меня. Ну что ж, еще раз пройдемся близко-близко. Очень красивая палитра, конечно. Великолепная просто. Не понравилось. Так, ну что, выбор кисточек, во-первых. Конечно же, такую большую возьму. Это кисть пострадала после посудомоечной машины. Вот, ну я теперь больше так не делаю. Очень классная, пока аналог найти не могу. Это бывший Faberlic, как вы видите. Но, к сожалению, сейчас такую не выпускают. Это очень была классная кисть. Сейчас выпускают для консилеров вот это. Но оно меня не очень устраивает. Ну, может быть, если подстричь еще как-то. Но пока оно меня не очень устраивает. Возьмем вот такую малышку. Возьмем для бровей вот эту штучку. Еще одну штучку возьмем, потому что у нас с вами два цвета бровей. И все. Остальное ничего брать не буду. Мне еще, видите, с каких времен есть Faberlic. Гость программы и мой помощник. Пудра, которая наносится влажным и сухим способом. С артикулом 6349. Каждый обзор мне помогает. У меня уже тут такие, знаете, постройки. Я вот так беру и все. И я... Ай, и я готова. Первый, конечно же, мы с вами будем делать легкую, приятную подложку. Вот эту вот, да. Все-таки она желтит на камеру. Но она абсолютно не желтая. Ну вот, я сейчас вижу, что желтит. Я и так, и сяк со светом поиграла. У меня не получается. Да? То есть вот такая вот светленькая, можно так сказать, подложечка. Кому нужно выровнять уже веки под тени. Давайте вместе нанесем, видите. Ее практически незаметно, но она вот очень сильно освежает взгляд, и ей даже можно вот приубрать заедки, синячки и так далее. То есть все великолепно с ней. Пигментация, я бы сказала, довольно таки на уровне, высокая. Так. Угу. Красота. Вот. Следующий, конечно же, наш с вами оттеночек, который бы хотелось попробовать, это вот этот светло-коричневый. Очень красивый. Я его сейчас начну наносить в форме стрелочки. И потом пойду. Да, он будет как, в принципе, как хорошая подложечка. Да, можно им смело раскрашиваться. Можно сделать лисичку. Излишечки мы с вами, как обычно, если вдруг они есть, мы с вами убираем. Спокойненько, да, делаем еще вдобавок ко всему такой приятный лифтинг-эффект. Лежит хорошо. Даже во все морщинки, во все растушевался. Это великолепно. Как бы как подложечка, он очень хорошо лежит на веке. Угу. Так. Новой кисточкой мы с вами посмотрим сейчас, скорее всего, вот этот, который самый светлый, да? Посмотрим его, как он готов. Вот этот, кстати, у меня упал на щечке, как вы видите. Мы пока паниковать не будем. Вот таким образом его. Угу. Вот. Кисть для растушевочки берем и смахиваем. Все лишнее. Ну, я тут всегда побольше тенюшечек накладываю, что-то типа пушечки, да, а потом
большой кисточкой убираю, и проблем как бы, ну, не бывает. В общем, эти тени мне тоже нравятся. Довольно-таки неплохие. Да. Да, великолепно. Все, можно тушевать, растушевывать. Ну и, как вы видите, вот этот цвет, конечно, мне идет больше. Вот этот с розовинкой, чем без розовинки. Да, я думаю, это, в принципе, оба красивые. Согласны? Ими, кстати, контуринг тоже легко сделать. Вот этим и вот этим тоже. Дальше, что мы с вами будем смотреть дальше? Давайте возьмем вот этот. Мне кажется, он уже совсем темный. Надеюсь, у нас получится его выделить. Но он, да, он намного темнее, да, получается. Давайте посмотрим его. Видите, да, насколько он темнее. Он уже так серьезно кладется. И можно сказать, что его можно сделать на дневной макияж основным оттеночком. Легко и непринужденно наносится. Очень хорошо. Осыпается мега мало. То есть вообще проблем нету. Так. Тут смахнуть не вопрос. Как бы ничего сложного нет. Так, возьмем растушевочку. Так. Ну все, можно сказать, основной макияж вот тут абсолютно готов, да и тут тоже. Согласны? Дальше. Что хочется еще протестировать, это черный. Прямо совсем-совсем черный оттенок. Угу. Хочется от него, конечно, такой пигментации, да, чтобы он мог даже нам обеспечить подводку. Ну, неплохо, конечно, без базы под макияж. Мы с вами делаем макияж. Он, конечно же, неплохо затемняет, да? Видим, да, черный ложится очень аккуратно и свежо. Угу. Мне нравится. И тут снизу его нету, как вы видите. Все делаю при вас первый раз. Мне очень интересно. Конечно же, я за то, чтобы похвалить, порадовать. Да? И тут снизу. Угу. Сейчас возьмем большой кисточкой, немножечко подрастушуем. Ой, ребят, очень хорошо тушуется. Ура, ура. Некоторые черные ведут себя очень капризно. А тут я прям рада. Великолепно. Просто великолепная растушевка. Очень ровно легло, даже на возрастное, да, тяжелое такое веко, он лежит великолепно. Вот если я даже расслаблю глаза, расслаблю лицо, то вот это вот веко немножечко подкрасить, и все великолепно. Угу. Угу. Ну, я очень довольна. Да. Этой палеткой можно обойтись без всяких подводочных карандашей, если что. Ну, то есть я, потому что люблю очень быстро всегда, и для меня важно, чтобы я могла без карандашей быстренько что-то сделать. Да, сегодня, видите, у меня нет лисички, сегодня у меня просто обычный макияж. Ну, супер, супер. Дальше, конечно же, у нас с вами есть два таких вот клевых оттеночка. Тут мы сделали очень темно, поэтому по центру мы с вами будем класть золото, да, помним. А тут у основания глаза мы с вами будем класть вот эту вот нежнятину. Значит, кладем золото. Ой, какое насыщенное. Смотрите, какой оттенок. А на основание глазика кладем нежнятину. Да? Вот такую вот. Все аккуратненько делаем. И время растушевочки. Кстати, великолепно очень припечатывается. Еще мы с вами возьмем такую плоскую кисть для консилера старую. Ей очень удобно мерцающие тени класть в уголок глаза, чтобы они как пальчиком, ну почти как пальчиком, пальчиком, конечно, лучше, но припечатались. Вот если взять пальчик, давайте возьмем мизинчик и сделаем, да? Конечно, разница намного больше. А вот, и подтушуем. Пальчиковые тени кисточкой.
для консилера. Слушайте, мне нравится эффект. Еще, конечно, можно добавить глиттерные тени поверх вот этих вот, да. Можно добавить слегка, да. Вот оно, совсем чуть-чуть добавляете. Господи, просто невероятный блеск. Да? А можно добавить сильно. Если мы с вами сильно добавляем, то, конечно, нужно и уголок, и все тоже выводить. Выводим уголочек. Делаем блеск на все веко. Да, чуть-чуть вот так вот можно подрастянуть блесточки и сделать их снизу. Легким таким слоем подрастянуть. Ну, давайте смотреть, что у нас с вами получилось. Очень сильно мерцающие века. Тут нужно реснички накрасить под такой макияж обязательно потолще. Или вообще сделать накладные. Ой, кстати, блески очень легко убираются. То есть так вот поддеваете их, и все. Они за счет того, что сухое, они уходят. Что-то у меня тут было. Так, ну что могу сказать? Великолепно. Ну и для такого макияжа нужно черный добавлять и не стесняться. То есть вот так вот его по периметру можно подложить, чтобы он перемешался с блесками. Закруглить вот это место, чтобы смотрелось лучше. Ну и можно слегка лисичку сделать такую легкую-легкую. Вот. Ну, слушайте, мне нравится эффект. Глиттер, конечно, тоже не весь держится на веке. Две или три штучки точно было снизу. Вот, ну, вдруг на камеру не видно, поэтому комментирую все, как оно есть. Но, в принципе, я очень довольна этой красотой. Но все-таки в центр глаза, хочется что-то не глиттерное. Так, возьму вот эту красоту и все-таки сделаю высветление. Хотя бы немножечко. Хочется сделать светлее, блестящее. Утянуть немножко. Вот хотя бы не с века. У нас с вами получились довольно таки крутые блестяшки. Согласны? Их, кстати, классно так растягивать. Сначала густо, а потом реже. И они очень ровно растягиваются. Обратите внимание, да? И чем мне еще глиттер нравится, он никакие морщины не выделяет на веках, он их наоборот прячет. Видите, если тут что-то где-то можно, какие-то морщинки, да, увидеть, заметить, то тут на глиттере у вас все наиравнейшее. Вот такая очень блестящая вечерняя красота. Конечно, днем такое мы не поносим. Это на какое-то мероприятие получается. Или для очень смелых особ, которые днем так могут. Или куда-нибудь на съемки. Такая вот красота. Да? То есть вот у нас тут с вами нежнятина. И кое-что можно добавить в центр глаза. Самый светлый, свежий оттеночек добавляем. Тушуем, втираем. И получаем такой свежий, прикольный взгляд. Тут еще немножечко. А можно сделать прямо мега-вау. Тут, конечно, просится подводка и ресницы подлиннее. Так, ну что ж, палетку мы с вами обозрели всю, полностью. Тени, ну мне больше, конечно, вот этот оттенок сейчас мне может не подойти, а вот этот оттеночек мне очень даже подойдет. Но для меня это дело, честно вам скажу, не очень приветствуется, потому что меня больше интересует, конечно же, тушь для бровей. Почему? Потому что как раз таки тушь для бровей, она может хотя бы мне седые брови мои покрасить, которые мы забыли покрасить с мастером, которая у меня была позавчера и делала мне волосы обратно в светлый цвет. А так резко еще не перейдешь из темного в светлый. Но могу сказать, что тени довольно таки достойные. И для бровей, и для ресниц. И этими тенями
еще раз повторюсь, можно сделать контуринг очень красивый, теплый, классный. Или наоборот холодный. Можно даже слегка вот сейчас попробовать вот эти цвета. Их можно перемешать и посмотреть, что, например, получится. Мы с вами видим, что получилась красота, которую можно таким вот образом нанести, положить и растушевать. Кверху, конечно же, чтобы было клево, классно, красиво. Уложить, положить их именно кверху. Так, где у меня кисточка? Ага, нету кисточки. Ладно, попробуем этой. Угу. Вот таким вот образом. Они будут очень стойкие и очень-очень крутые. Красота. И тут, конечно же, светленьким обязательно. Светленьким. И получится здорово. Контуринг продлили. Так. Лишь бы не темно было, да? Тут, кстати, тоже хочется уже убрать лишнее. И вот такая красота. Ну, прям вообще огонь. Брови хочется расчесать. Ну что могу сказать, очень классная палета, мне понравилось, все цвета зашли. Единственный, по-моему, да, вот этот у нас чуть-чуть осыпается, вот этот цвет, но не сильно. Не сильно, не критично и легко убирается, да, бывает такое, что наляпается сюда вниз, и ты никогда это не уберешь, потому что все, оно въелось в кожу, надо только смывать, убирать, новый контуринг наносить. Тут нет, как вы видите, я прямо на контур нанесла тени, тут же их смахнула, и у меня все хорошо, у меня все получается чистенько, хотя как бы кожа уже такая мягковатая, и я могу вам сказать, что она такой рыхловатая и, конечно, тяжелее. Ну что ж, мои дорогие, палетка все, сейчас еще покажу 3 новинки, 4. Дальше у нас с вами новые цвета одежды. Давайте с вами прям быстренько их посмотрим, оценим, примерим. Это у нас такие вот водолазки. Яркие, красивые, клевые. Я их отвезу маме, потому что я водолазки не очень-то люблю носить. Они меня как-то не очень облегают. Я поверху люблю одевать пиджак. Вот честное слово, не люблю облегающие такие вот мягкие, клевые вещи. А мамочка у меня от них вот очень сильно кайфует. Артикул 800-756 в размере 2XL. Это 50-52. 95 вискоза, 5 эластан. Ну, это и понятно. Такие вот они легкие, струящиеся, хорошенькие. Как, в принципе, и все водолазки Faberlic. Мягкие, клевые. Сейчас мы ее с вами примерять будем. Следующая водолазка. Они просто разные цвета. Поэтому идентично предыдущей. Вот такой вот цвет. Очень хорошо передается цвет. Такой желтый. Такой пудрово-желтый, медовый, да, медовый вот его назвали. В каталоге 2XL тоже 800761 артикул. И следующая красота, вот эту красоту у меня мама сразу же одела. У нее уже была такая водолазочка, но она более такая, знаете, плотная. Вот такие цвета у меня мама очень любит, обожает. Я тоже обожаю такие цвета, такие пастельный или как их, светло-бирюзовый он называется. Очень красивый, не находите. Мне кажется, он ко всему подойдет. 95 вискоза, 5 эластан, в размере 2XL, артикул 800751. Ну и, конечно, красные колготки. Новый цвет в наших цветных колготках. У нас очень широкий ассортимент вообще цветных колготок. И вот такие вот 60 ден, по-моему. Подождите. В размере 2XL, да, 60 ден, очень сильные мегаплотные колготки с артикулом 820-728 в размере пятерка, шестерка даже, да, XL, в размере пятерка. Я, конечно, взяла большой размер. Цветные колготки это тоже не мое, очень сильно натянула, поэтому они просвечивают. На самом деле, еще нужно постараться, чтобы они где-то, может быть, в районе колен, если присесть сильно, будут просвечивать. То есть они такие вот классные, плотные, очень крепкие колготки. Я таких черных набрала себе просто тьму-тьмущую и ношу с превеликим удовольствием. Они удобные, они не скатываются там с попы до колена, да, не спадают. Вообще все идеально с этими колготками. И вот такой вот новый, яркий, красный, суперский цвет. Ну, я считаю, что даже очень даже ничего. Очень крепкие. Прям. Ну, это два слоя, конечно. Ластовицы. Ластовицы тут вот немножечко есть. Пяточки тут нету, что очень удобно. На какую сторону оденете? Даже если перепутаете две полоски с одной. Очень красиво. Я считаю, что яркий такой цвет с какой-нибудь яркой водолазкой и юбочку черную. Ну, прикольно будет. Можно какие-нибудь еще черные сапожки. Нормально так, неплохо.
Вот весь наш ассортимент цветных колготок. Видите, да, появились такие вот прям яркие красные, есть зеленые, есть коричневые, есть синие, да, и вот теперь будут красные. Яркая личность. Ну, очень хорошо смотрится в пиджаке, серый пиджак и красные колготки. Ну, прикольно смотрится, конечно. У них тут идут эффект велюра, они матовые, хлопковая ластовица и плоские швы. Очень красиво, да. Есть и серые, и черные, и коричневые. И серый меланж есть, и шоколадный, бежевый меланж, коричневый. Синевый меланж, изумрудный. Выбор прям великолепный. Бежевые тоже такие неплохие. И вот новые оттеночки представлены еще в водолазках. И на самом деле оттенков мега много, как вы видите, мега много. Вот насыщенный изумрудный, его чаще всего, мне кажется, покупают и бордовый. Изумрудный и бордовый, прям вообще люди любят. Ну, правда, красивые цвета, красивые оттенки. И, в принципе, совсем подходит. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Анна, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.